Ну что, друзья, наша очередная рубрика «Форд Куга не ломается». И Лянча Дельта 3 тоже не ломается. Я приехал, он тоже говорит: «Васильевич, я не знаю, что делать». Неси стакан. Реально неси стакан, потому что без стакана не разберешься. Специально была оставлена машина на диагностику, потому что что? Форд Куга. Было подозрение на утечку тока. Так. Аккумулятор разряжается за 3 дня. А, разряжается аккумулятор за 3 дня? Да, через 3 дня машине не хватает питания для того, чтобы запустить двигатель. Угу. Она у меня сколько уже? Неделю. Угу. Вот. В течение недели ток не превышает норму потребления. То есть все блоки засыпают, все окей. В выходные я ее оставил в охране. Здесь из допов стоит только сигнализация, с которыми Куга плохо дружит. Но здесь все нормально. Все нормально. Единственный был нюанс как бы в том, что здесь меняли аккумулятор и его не прописали. Здесь стоит интеллектуальная зарядка АКБ. Что вы говорите? Да. Вот, был установлен новый аккумулятор, прописан с определенной емкостью, все как положено, все в мозги прописано, сброс по замене выполнен, все окей. На выходные мы уехали. Отдыхать. Отдохнули. Ну, она стояла в охране, приезжаем, запускаем, все нормально. Позвонил клиенту, говорю, с машиной все окей, но по крайней мере за неделю, пока она у меня, нареканий нету. И что вы думаете? И что вы думаете? Последняя проверка, а у нее не работает генератор. Антошенька делает тест, а тест показывает 12 вольт. То есть это говорит о том, что автомобиль сосет от аккумулятора. Вот как бы то, что пишет бортовой. 12,7, 12,8. Угу. 12,7. И о чем это говорит? Я ее ротор крутил. Ты смотри, что делает. Что там? 13,8. Значит, подключился генератор. Угу. Гена начал работать. Какой вывод из этого мы можем сделать? Что-то с геной не так. Либо с мозгами. Поэтому, Чебурашка, разбирайся. Друзья, переходим. Ладно, оставляем Форд Куга. Будем разбираться. Переходим, друзья, к Лянче. Что на Лянче? Ты где? Давай, рассказывай, что с этой прекрасным итальянцем. История такова. Машина покатала хозяина. Угу. Встала на парковку. Угу. Утром ее запустили. Угу. Начала моргать лампочка давления масла. Так. После этого машина приехала ко мне на эвакуаторе. Мы ее затащили. Лайфхаковскими способами мы проверили, что до головы давление доходит. Так. Так как до датчика давления тяжело очень добраться, чтобы замерить как бы полноценно. Угу. По умолчанию был приговорен датчик давления масла. Датчик давления масла. Да. Он пришел сегодня, после выходных. Угу. На которых мы классно погуляли. И покушали мясо. Спасибо. На здоровье. Всегда рад. Вот. Был установлен новый датчик. Ага. Запускаем. Все то же самое. Моргает датчик. Давление масла. Давление масла. Да. Выкручиваем датчик. Кладем его на стол. Берем манометр. Ломаем руки в 5 местах. Подлазим, вкручиваем манометр, запускаем, давление отличное. Машина работает, давление я вижу отличное, и при этом да, лампочка не моргает. Без датчика, с манометра. Два датчика, вот они, старый, новый, и лампочка не горит. Где собака зарыта, Василий? Итальянцы. Есть у нас в подписчиках итальянцы? Что с ней не так, а?
Короче, у Антоши сегодня головоломка. Да, понедельник. Вон еще вот. Вон. А, друзья, там еще стоит у нас Infiniti. Да, старенькая Infiniti. А, в ней, чтобы вы понимали, чувак заморочился и просто купил абсолютно всю ходовку. Вместе с подрамником, со всеми пирогами. У Антоши стоят два открытых капота. Один закрытый капот. Его машина. Ну, с моей машиной это все хорошо. Что будет с золотым Гелендвагеном? Все, друзья, всем огромное спасибо. В общем, продолжаем работать. И вам хорошего, рабочего, плодотворного дня.